Кибле, представитель Санкт-Петербурга, и Долганов, представитель Уральского федерального округа, выходят на татами. Бросок через бедро пробовал с головой делать Долганов, не смог. Тут же перехватывал инициативу Щеблетов, но оказались за пределами рабочей зоны. Вот там, в принципе, можно работать, доводить действия, но при условии, если атака начата именно в рабочей зоне. То есть прием, если переведение идет в партер, то сразу молниеносное продолжение действия. Если нет, то спортсмены возвращают в центр рабочей зоны. Хороший захват у Долганова. Что-то пережидает немного он, хотя захват был выбран четко. Не было атаки ни с одной, ни с другой стороны. Соответственно, спортсмены призываются активизировать свои действия. Получает Пошида. Щеблетов сейчас забрал захват. А Долганов показал в одну сторону, сделал попытку проведения приема через плечо в другую сторону. И вот сейчас пробует перейти на удержание с удушающим ногами, так называемый санкаку. Сможет сделать? Нет, все-таки нет хорошего захвата. Не подобрал он руку. И продолжается поединок в стойке. 3 минуты еще есть. Прошла всего лишь минута. Идет в атаку Долганов сразу, а Щеблетов получается, что работает пока вторым номером. Ну, мы разговаривали с Михаилом Анатольевичем Рахлиным, он представляющим Санкт-Петербург. Да, действительно, Щеблетов интересный, говорит, парень, но в большей степени он работает вторым номером и работает очень хорошо. Поэтому вот те атаки, которые идут со стороны Долганова, как бы они должны быть четко доведены, а иначе последует неминуемая контратака со стороны Щеблетова. Да, спортсмены потихонечку растут, напираются опытом, мастерства. И не всегда так будет, конечно же, как на начале этапа становления спортсменов в юниорском возрасте, что можно работать и вторым номером. Все-таки первая атака сейчас, как мы видели, Долганова произведена, проведена. И вот следует замечание Шиды сразу же. Но это все правильно. А коли уж кто-то опережает, то либо нужно свои действия предлагать, либо ждать двух захватов, в которых долго простоит Долганов. А он на это не нацелен. Он понимает, что хорошей контратаки будет со Щеблетов. Соответственно, взял захват и сразу молниеносная атака. Вот в этот момент, конечно, в обоюдном захвате стали и Долганов, и Щеблетов. Разрыв. Опять снова выбор. И сейчас, как говорят спортсмены, по всей видимости, последует лесенка. Замечание и в одну, и в другую сторону. А ввиду того, что у спортсмена из Санкт-Петербурга уже было два замечания, это третье замечание. У Долганова всего лишь второе. Ну, пошел в атаку с Щеблетов. Этого и следовало ожидать. Может ли он там что-то предложить в ней? Не знаю. Пока вот подсечку под пятку изнутри пробовал. Через спину. Нет, ничего не получается. Долганов сейчас забрал два захвата, а Щеблетов так взял очень удобный для себя захват и неудобный для спортсмена. Перешли в положение лежа. Долганов перейдет ли на удержание или удушающий прием? Не знаю. Нет захвата от хорошего. Поэтому, наверное, все-таки последует команда Мате. Минута 22 до конца. Это определение пятого из восьми спортсменов, которые двигаются по пути к финалу, попадают в восьмерку сильнейших. И после следующего круга, как я уже говорил, будет уже определение утешительных встреч. Подхват изнутри и оценка в Вазаре. Прекрасный подхват сделал Щеблетов. Да, не только он работает вторым номером, как мы видели, и может работать и первым. Конечно же, по большому счету, если пересматривать и будет, нельзя здесь завышать оценку. Оценка Лазария, потому что был перекат по спине. И вот минута до конца. Сможет ли Долганов противостоять и предложить что-то свое? Нет, не получается пока у Долганова сделать никаких действий. Распускает захваты при подвороте. И вот все-таки сейчас Щеблетов. Время будет работать на Щеблетов. Единственное, у нее три шида.
Четвертая шида он не должен получить. Ну, вы знаете, как говорит... Хорошо, прекрасный бросок на Вазаре. Вазаре делает Долганов. Смотрите, не растерялся парень. Шел до конца и сделал бросок через грудь. И тут же зафиксировался комик. В этой позиции ему нужно удержать 15 секунд. Всего лишь 15 секунд его разделяют от победы в этом поединке. Молодец. Вы знаете, как говорят спортсмены. Я опять же спортсмен. Повторяю много раз. Проигрывая в Азаре, делая япон, это ты просто показываешь свой характер, свои боевые качества. Поздравляем Долганова с такой интересной победой. Проигрывая в Азаре, он сделал в размен бросок через грудь и накрыл на удержание своего соперника. Обыграв тем самым непростого соперника, представителя Санкт-Петербурга, Чеблетова Александра. Долганов Игорь побеждает. Ну и следующая встреча. На татами выходят представители Приволжского федерального округа Кашеваров Максим